Ну и кроме этого, у вас будет понимание, какое количество военной техники и личного состава потерял враг на территории Украины. Эта информация от Генерального штаба поступает ежедневно. Давайте с нее и начнем наш эфир. Смотрим на экран и комментируем. Итак, сегодня 647-й день полномасштабного вторжения, 2 декабря 2023 года. Личного состава Российская Федерация потеряла на территории Украины 331 110 человек. К ним присоединилась техника РСЗО, уничтожена в размере 913 единиц, и артиллерийские системы в размере 7941 единицы. Следующий показатель – это вертолеты. 324 было уничтожено, самолетов 323, беспилотных летательных аппаратов почти 6000 уничтожено, и крылатых ракет 1568 было сбито в украинском небе. За ними последовали средства ПВО в количестве 602 единиц, специальная техника 1138 единиц, автомобильной техники 10410 единиц. Следующий важный показатель – потерь оккупантов. 10385 было уничтожено боевых бронированных машин и танков 5571. Отрицательное всплытие совершили 23 корабля, катера и подлодки. Это их общая сумма. Борьба продолжается. Слава Украине!